земля волгоградская. Здесь в боях с немецко-фашистскими захватчиками прославились воины 62-й армии. Теперь на этой земле раскинулись угодья совхоза. Хозяйство молодое. В 57-м году начинали с убытков, около 200 тысяч. Через год хозяйство стало рентабельным, а в этом году прибыли ожидается более 1 000 000 рублей. Его дала внутрисовхозная специализация. В совхозе 6 отделений, и каждый из них занимается своей отраслью производства. Сбор яйца по двум нашим отделениям, которые занимаются птицеводством. И чтобы каждый труженик животноводства знал, как... Это чем-то напоминает штаб. Герой социалистического труда Петр Григорьевич Маевский и другие командиры производства тоже разрабатывают операции. Второе и шестое отделение птицеводческие. Когда-то здесь было 17 тысяч кур, теперь 55 тысяч. Со дня основания совхоза работаю здесь герой социалистического труда Мария Захаровна Пономарева, делегат 23-го съезда партии Валентина Федоровна Финягова. За 7 месяцев этого года они получили по 110 яиц на несушку при себестоимости 45 копеек за десяток. Уже несколько лет в совхозе разводят бройлеров. Об этом расскажет аспирант Волгоградского сельскохозяйственного института Анатолий Орьков. Третий год в совхозе имени 62-й армии разводятся английские породы кур. Эти куры мясного направления служат для производства мясных цыплят бройлеров. Мясной цыпленок бройлер – это цыпленок возраст 70 дней, весом 1 400 – 1 450 кг. Сейчас в нашем хозяйстве получают бройлеров весом 1 350 – 1 400 кг. Сложилось мнение, что куры этих пород не яйценоски, но, как показала практика, эти куры ничем не уступают по яйценоскости курам, разводимых в хозяйствах большинства районов области породы русская и белая. Для более детального ознакомления с курами этих пород милости просим к нам в совхоз. Вот перспектива птицеводческого цеха, будущая фабрика на 1 000 000 голов. А теперь побываем на 4-м отделении. Со времени его специализации поголовье свиней увеличилось почти в 7 раз. Себестоимость центнера свинины 63 рубля, а в среднем по области 89 рублей. На 5-м отделении ведущая профессия доярки. За 7 месяцев они надоили по 1700 килограммов молока от каждой коровы. И на заработки не жалуются, до 150 рублей в месяц. Еще одно отделение, третье. Специализируется оно на откорме крупного рогатого скота.
Специализации производства подчинены здесь и севообороты. Культуры в полях размещаются с таким расчетом, чтобы каждое отделение было обеспечено всеми необходимыми кормами. Недалеко от молочно-товарной фермы растет силосный курган. Уже заготовлено 4200 тонн. Одно из преимуществ внутрисовхозной специализации состоит в том, что она позволяет закреплять кадры на определенных участках, непрерывно повышать их квалификацию. Корма. О них в совхозе особая забота. Придет зима, завьюжат метели, а корма под рукой, двухгодичный запас. Основу всего в совхозе имени 62-й армии составляет производство зерна. Выращивают хлеб на первом отделении. В этом году хлеборобы получают в среднем по 17 центнеров с гектара. Михаил Иванович Синицкий намолотил 6182 центнера и получил 384 рубля. До 30 рублей в день зарабатывает на жатве Иван Романович Кузьменко, а среднемесячный заработок механизаторов 160-180 рублей. Хороший урожай вырастили хлеборобы. Совхоз сдаст государству 175 тысяч центнеров хлеба, почти два плана. Да, совхоз слушай. Петр Григорьевич бывает у себя только рано утром, а сейчас он уехал в поле. До свидания. В самом деле, где же быть Петру Григорьевичу Маевскому в эти дни, как не в поле, на земле, прославленной гвардейцами 62-й армии, среди тех, кто своим трудом приумножает эту славу.